Здравствуйте, меня зовут Волчков Дмитрий, компания ТОМС-проект. Я занимаюсь внедрением информационных систем в своей компании, как для производства, так и внутри у нас в самой компании. Возглавляю отдел автоматизированных информационных систем. Коротко о том, что же мне понравилось на конференции. Эмоции неоднозначные. С одной стороны, был первый день, который был посвящен современности в будущее, то есть какие-то те самые роботы, различные big data, работа с большими массивами данных. И сначала было такое понимание, что мы будем все время говорить только об этом. Второй день был посвящен сейчас практикам, и получается, что все насущные проблемы, которые у нас есть, в принципе, в компании, и к чему мы хотели бы либо реализовать, либо стремимся, было показано, и как бы вот в совокупности получается, что был вчерашний день, это взгляд в будущее, а сейчас возврат в текущее, и как это решить, чтобы прийти в это будущее. Поэтому эмоции очень положительные, конференция очень интересная, докладчики разные и показывают разный опыт, и PM Soft за это огромное большое спасибо.